Ось і закінчився футбольний 2021 для київського «Динамо». Рік, який викликав у нас безліч емоцій та радості. Рік, в якому вболівальники неодноразово зривали голос, скандуючи шану улюбленій команді. У цьому відео хочеться поговорити про головні досягнення та підсумки року «Білосиніх». Поїхали! Зрозуміло, головним і, мабуть, першим серйозним досягненням Луческу та його хлопців у 2021-му стало довгоочікуване повернення золота до столиці. Друге місце для киян завжди вважалося невдачею, тому перший чемпіонський титул за останні 5 років став особливо цінним. Динамісі в 16-й раз стали чемпіонами України. До третьої зірки над ромбом, тобто до 30-го чемпіонства в історії киян, залишився лише один крок, який Мірча Луческу має намір зробити вже наступного року. У меня не было неожиданностью ни победа в чемпионате, ни победа в Кубке Украины. Команда смогла вернуть себе чемпионский титул достаточно уверенно, ведь задолго до финиша в Киеве они выиграли чемпионат. Это огромный плюс. И, конечно, хочется продолжения банкета. Мотивация Мерчи была сверхвысокой, он это доказал. И он продолжает, на мой взгляд, это доказывать. Но вот тут вот второй год, все-таки эффект второго сезона может присутствовать. Все не настолько обостренно воспринимается, уже к чему-то привык. Друге досягнення «Динамо» – захист Кубка України. Недаремно кажуть, що відстояти титул набагато важче, ніж завойовувати його. Кияни вже володіли суперкубком, першим трофеєм Луческу у «Динамо». Тому, завоювавши чемпіонський титул, команда жадібно і впевнено дивилася у бік останнього українського трофея. Золотий требл – те, про що вболівальники «Динамо» говорили з гордістю та честю. Потому что мы привыкли от «Динамо» требовать. Мы привыкли перед «Динамо» ставить, мы привыкли формулировать высочайшие задачи. Мы хотим, чтобы «Динамо» в Лиге чемпионов боролась за плей-офф. Мы хотим, чтобы «Динамо» в чемпионате занимало только первые места. Мы хотим, чтобы «Динамо» выиграло кубок и суперкубок. Правильно? Третє досягнення, про яке можна говорити сьогодні, це наші вихованці, які вже впевнено несуть знамена найтитулованішого клубу країни. Молоді хлопці не лише тріумфально вистрілили у складі «Динамо», взявши 3 трофеї з 3, а й стали основною обоймою збірної України на чемпіонаті Європи. До складу збірної було викликано 10 футболістів, 8 із яких є вихованцями київського «Динамо». Насправді, вихованців динамівської академії було теж 10. Адже ми не забуваємо про Ярмоленка, Яремчука та Макаренка. Для порівняння, зі складу донецького «Шахтаря» віце-чемпіона України було викликано 7 футболістів. Радує, прежде всего, прогрес футболістів. Но говоря о прогресі игроков, я бы не только молодых отметил. Я, например, очень высокого мнения об игре Буяльского в этом сезоне, которого к молодежи не причислишь. О чем говорить речь, если за весь прошлый чемпионат он забил только, насколько я помню, 5 голов, а в этом уже 9. Хотя еще сыграно, ну, скажем так, сколько, ну, процентов 60 турнирной дистанции пройдет. Так что я бы говорил о прогрессе не только молодежи, но и вот о прогрессе таких игроков, как Буяльский, как Шапаренко, который уже, ну, в принципе, далеко не самый молодой игрок. И это новые лидеры киевского «Динамо». «Шахтер» вбухал в укрепление, ну не будем называть эту сумму, 40 миллионов только на 3 игроков, плюс тренерский штаб. И будет вбухивать дальше. То есть возможности «Динамо» в этом плане несопоставимы, тем не менее команда продолжает сражаться и ставить перед собой самые высокие задачи. То есть академия, воспитанники киевского «Динамо» доминируют над теми легионерами, по сути, которые были приобретены донецким «Шахтером»? Совершенно верно, они выдерживают конкуренцию, и слава богу, пусть так будет. Конечно же, очная встреча покажет очень многое во второй части сезона уже, но я вполне с оптимизмом смотрю на это. Якщо підбивати підсумки стосовно гравців київського «Динамо» і побудувати рейтинг топ-5 гравців, які вас вразили у цьому році, яким би був цей список? Ну, смотрите, я давайте сразу назову, конечно же, Цыганкова, конечно же, Шапаренко, конечно же, Забарнова. Это явные по игре лидеры команды в каждой линии, которые без вопросов одни... Ну, свою роль они исполняют. Понимаю, как ни крути, просто мы к Цыганкову предъявляем настолько высокие требования, что когда он хоть чуть-чуть понижает эту планочку, мы сразу чрезвычайно недовольны. По большому счету мы от Цыганкова ждем, чтобы в каждом матче чемпионата Украины он забивал минимум один мяч и отдавал минимум 2 голевые передачи. И от всего «Динамо» в целом, да, таких результатов. Минимум 3 мяча за игру. Это было бы хорошо. Но не всегда получается. Безусловно, Гармаш, который, так сказать, переживает вторую молодость на позиции нападающего, центрального нападающего. Я же говорю, для чемпионата Украины. Украины, он, оказывается, вполне хорош. Назовите мне нападающего лучше. То есть Довбик и
травмированный Траоре, скажем так, конкурентный в этом плане. За результатами, за показниками, ваш топ-5, яким був? Бояльський, Шапаренко, Бущан, Циганков, Миколенко. Після важкого сезону перед тренерським штабом «Динамо» постало важке завдання – зберегти мотивацію у футболістів, які вже виграли в Україні все, що тільки можна. На киян чекало складне випробування, адже крім запеклої боротьби з «Шахтарем» за перше місце чемпіонату, жереб направив нас у справжню групу смерті у Лізі чемпіонів. І якщо у чемпіонаті наші хлопці впевнено лідирували у таблиці аж до останнього матчу року, то у груповому етапі конкуренцію скласти не вдалося. Строительство команды вообще процесс постоянный, поэтому тут не может быть финальной какой-то стадии. Смело за этот год поставил киевскому «Динамо» пятерку, но пятерку с минусом, наверное, все-таки, учитывая то, что в конце года уходящего «Динамо» упустило лидерство, сыграв ничью с «Зарей». И в Лиге чемпионов, ну, хотелось бы лучшего результата, а не одного очка в шести поединках. Поэтому где-то такой осадочек остался именно от не совсем удачного завершения сезона. Ну, понятно, что группа была очень тяжелая. А ви, друзі, у коментарях пишіть, яке досягнення київського «Динамо» у 2021 році вважаєте найбільшим.